Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Вот сегодня по работе попал в свой садовый центр. И, как всегда, в середине сентября вот это чудо. Не могу вам не рассказать про него. Есть у меня видео прошлогоднее. И сейчас мы его посмотрим. Это вереск называется. Великолепнейшее растение, которое я вам очень советую выращивать либо на балконе, либо у себя в саду. Вереск – растение неприхотливое. Растение, которое совершенно не потребует от вас никаких особых усилий. Причем оформить можно из вереска все, что угодно. Можно высадить его вдоль дорожки, а можно просто предложить ему для освоения небольшой участок вашей территории. И он с радостью заполнит это пустое пространство и украсит ваш сад. При всем том, что декоративен он фактически круглый год. Ну вот посмотрите на листочки. Они такие узенькие, четырехгранные. Вот у нас они здесь зеленого цвета, а могут быть, кстати сказать, самого разнообразного. И желтого, и бронзового, и коричневого, и даже красного цвета. Каждая веточка усыпана мелкими такими цветочками. Расцветок огромное количество, даже вот здесь у нас видно и желтые, и белые, и фиолетовые, и розовые, переходящие одно в друг друга. Вот если посадить много таких кустиков разнообразных, вы действительно на своей лужайке, на своем участке создадите цветной ковер. Кстати сказать, вот эти цветочки, когда они отцветут, они засохнут. Вот здесь у нас уже есть засохшие. И будут висеть еще очень-очень долго. Вот почему я говорю, это растение декоративно фактически круглый год. Что нужно для того, чтобы выращивать у вас вереск на участке? Нужно попытаться создать ему ту среду натуральную, в природе, в которой он привык жить. Это значит слегка кислая почва, солнечное или полутеневое место, ну, в общем, хорошо освещенное, и регулярные поливы, но при условии, что земля будет дренированная, то есть влага не будет застаиваться. Кстати, обратите внимание, вот купленные в садовом центре верески обладают очень маленькой корневой системой, поэтому поливы регулярные, вот как раз купленным, только купленным верескам, крайне необходимы. Точно так же, как необходимо мульчирование. В качестве мульчи лучше всего применять хвою, кору хвойных деревьев, потому что они, помимо того, что будут удерживать влагу, подавлять рост сорняков, но еще и дополнительно будут подкислять почву, то есть делать почву такой, как ее любит именно вереск. Вереск в природе растет на совершенно бедных почвах, поэтому никаких подкормок, никаких удобрений в принципе ему не нужно. Размножается он точно так же просто, поэтому, купив несколько кустиков, вы довольно быстро можете у себя заполонить этим растением большую территорию. Выбирайте любую веточку, которая расположена возле земли, пришпиливайте ее проволокой или деревянной рогаточкой какой-то, присыпьте землей и регулярно поливайте. Через пару месяцев здесь образуются корешки, можно будет его отрезать от материнского растения и высадить уже где-то на положенное ему место. Вредителями и болезнями верески в принципе не поражаются, но есть такая болезнь, фитофтороз она называется. Вот как раз фитофтороз может все-таки навредить вереску. Вот эти листочки становятся такого серебристого цвета, сидеют как бы, и веточки становятся не прямо стоячими, а поникают в стороны. Кто у нас болеет фитофторозом на участке? Томаты, картофель, баклажаны, перец. Так вот, свои вересковые пустоши старайтесь на участке делать подальше от вот этих овощных культур. Вот что важно в уходе за вересками, это обрезки. Обрезают его обычно раз в год. Вот когда цветочки отцветут, станут коричневого цвета, можете подстричь кончики вот этих вот веточек. Ни в коем случае не обрезайте одревесневшие уже ветки. Вот если вы обрежете одревесневшие ветки, нижние, скорее всего, растение погибнет, у него нет способности образовывать новые веточки. А вот если подрежете кончики, в будущем году он будет цвести еще более обильно. Но ни в коем случае не стригите его в плоскости, не делайте симметричной кроны, стригите на разных уровнях. Вот такой дикий вид получится, но тем не менее, вот такой дикий вид на вереске именно и смотрится. Вообще верески великолепно смотрятся в принципе в разных комбинациях с разными растениями. Очень хорошо возле камней, в ракариях вот вереск использовать. Или в тех местах своего участка, где вам нужно покрыть площади какими-то цветущими почвопокровными растениями. Вот оно, вереск. Кстати сказать, верески очень хорошие медоносы, знаменитый вересковый мед существует. То есть таким образом вы привлекаете в свой сад еще и опылителей полезных. Кстати говоря, для тех садоводов безземельных, так сказать, у которых нет своих участков, вереск – великолепная культура для выращивания на каких-то закрытых балконах, террасах, ну, застекленных, естественно. Кстати, название вереск в переводе с древнегреческого означает «очищать». Дело в том, что в древние времена вот из этого растения, представьте себе, из такого красивого делали самые обычные метелки, самые обычные веники делали. Ну а в Шотландии вереск – это вообще культура очень почитаемая. Дело в том, что из стеблей вот этого растения делают желтую краску, с помощью которой красят
вот эту вот ткань, которая называется шотландка, из которой делают килты, из которой делают знаменитые пледы. Ну, а еще из вереска делают крепкий эль, разновидность пива. Итак, вы увидели, насколько это действительно красиво и, в принципе, просто и несложно выращивается. Ну, на этом с вами прощаюсь. Смотрите видео, подписывайтесь на мой канал и традиционно побольше красоты вам на участке.